Две услуги Пенсионного фонда России предоставляются в Фонде социального страхования России по Калмыкии по принципу «одного окна». Теперь подать заявление о доставке пенсии и получить информацию об отнесении категории граждан предпенсионного возраста можно в ФСС. Это стало возможным благодаря соглашению о взаимодействии. Кстати, две услуги Фонда социального страхования также предоставляются в ПФР. Это обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, компенсация за самостоятельно приобретенные изделия и другие услуги, а также предоставление гражданам путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.